Всем привет, ребят! Я специально не выкладывал видео, как я проходил игру. По одной причине. Там дается классно. Что я сказал? Там дается очень крутой бонус. Там идут очень офигенные титры, так сказать. И сейчас мы пройдем всю игру с нуля. Медленно, но верно. Микрофон я настроил. Да, микрофон я настроил. Фулскрин включил. Поехали. Снова придется смотреть все эти касцены. Давайте даже полностью посмотрим. Я не думаю, почему-то скучно. Я думаю, маленькая пробежка мне не помешает. Давайте, все. Медленно, спокойно. Мне уже в этой игре стало известно. Да. Я знаю, кто правильный ответ, потому что я как-то не угадал. Выбор, точнее. Я делал заслонов так, когда я не вышел. Игра называется «Соединение заслонов так». Поэтому как бы логично, что я выбрал заслонов так. Хотя колебался между мастером Зоурогом и камнем. Сейчас же я буду проходить медленно, но уверенно за ёжиком, потом за лицом, потом ещё за что-то. Кстати, где-то, наверное, в среду выйдет анимация от меня. Она будет посвящена Сонику XZ, как неожиданно. Она будет самой долгой из моих анимаций. То есть она прям будет длиться, ну-то хотя бы... Ну, то две. Ладно, она на самом деле будет нормально так длиться. У меня сделано уже половина. То есть к среде я ее, возможно, сделаю. Сегодня в понедельник, если что. Дня через два, через три все будет нормально. А пока что ждем. Соник, ты видел это? Нет, я не видел. Но я что-то слышал. Что это такое? Остров Ангела упал в море рядом с тобой. Я не знаю, почему он опять упал. Но Накл сказал... Прошел Накл. Я хочу его найти и рассмотреть ситуацию. Иди в Starlight City, я тебя... Оттуда я тебя заберу и приди к Накл. Хорошо, Телс, я буду там скоро. Будет он там скоро. На самом же деле придется мне за него играть. Отлично. Надеюсь, за Телсом пройдем быстро. Как с толпом палочки, которую хотел сделать. Да, потому что, грубо говоря, нет, наверное. Или есть. Ну, короче. С концовки это мы будем смотреть в полной версии. Пока что я хочу просто всех выжить. Наверное, никакой концовочки прям не будет. Прям Телс, я тут. Я сейчас. Вряд ли какая-то будет особо концовка. Будем ждать полной версии. И потом уже будем играть. Я тебя поздравляю. По игре уже вышло сколько серий? Это будет четвертая. Нет, это будет пятая. Какая-то будет четвертая. Это будет пятая. И финальная. Заключающая. И считающая. Я не читал. По самому времени я только это не хотел. Но опять вот шматы. На свет. Я надеюсь, он скоро... Где Тейлс, я надеюсь, он скоро придет. Да, похоже... Что-то там. Какого чёрта, где он? У тебя никогда не было проблем с приземлением. Я просто потерял контроль. Ты можешь повторить, почему я тут? Я забыл. Наклс не отвечает на мое сообщение, поэтому полетим к острову Ангела. Так, заводи самолет. Та-да. Ru 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 ру 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 ру
Что насчет торнадо? Что насчет торнадо? Он тянет к моему дому в Тригерде. У меня секретный путь в Secret Place. Ладно, пошли. Опять тебе уже наглость в порядке. Подожди, что черт случилось? Не начинай паниковать, он просто отрублен. Найди путь, как привести его в чувство. Как привести наглость в чувство? Я думаю, у меня есть такой путь. Какого черта ты делаешь? Ты сказал, ты спросил мне делать. Я и сделал. Ладно, не важно. Наклус, остров Ангела в воде сейчас. Что произошло? Сначала спасибо, что привели меня в чувство. А во-вторых, да, я не буду. Oh, no. О, нет. Если мне нужно это перевести. Потом я потерял сознание. Почему тогда остров Ангела в океане? Ладно, Делс, проверим мастера Изумруда. Я не позволю вам подойти к мастеру Изумруду. Эй! Не высокой Наклс, я буду с ним. Тогда я разрешаю вам. Он... Что-то с ним не так. Если так, почему мой... Почему остров Ангела в воде? Ребят, уровень энергии хаоса в 16 раз больше, чем обычно. Что это означает? И что это должно означать, точнее? Это означает, что он взорвался в секунду. Взорваться? Угу. Здорово. И ты сюда пришел? Нет, Тейлз, беги. Сосал, сучка. Вот это графон. Короче, Соник, это ты? Мое имя гораздо лучше. Ты знаешь, мой гол это... Ха, что ты сделал с Соником? Я просто воплотился в его тело. Я хотел воплотиться в свое тело. Но Ну, и потом... Короче, я уничтожу мастера Изумруда. Бум. Теперь я возьму месть, как всегда хотел. Телс, в порядке? Да, я полагаю. Хаос реально вернулся? Если да, то почему он атаковал Соника? Я не знаю, почему, Телс. Тут у вас труп лежит, а вы... Слишком далеко. Соник остается тут. Надо попытаться вернуть его. Если что-то изменится, я дам тебе знать. Ладно, я надеюсь, это будет... Эйбл, короче, ту. Короче, хрен так скрылся. У него депрессуха пошла. Три дня спустя. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это было слишком легко, чтобы сбежать от этого идиота.
Так, мне нужно много энергии. Изумруды хаоса. Нет, это будет как в прошлый раз. Может быть, что-то еще. Что это за звук? Привет, Соня, я твой большой фанат, огромный фанат. О, господи. Я не знаю, кто ты, Ёж. Погоди-ка, я чувствую силу. Убийства дают мне жизненную энергию как-то. Если так, то я знаю... То я знаю путь к ассасинам. Боже мой, какие как это долгие... Касаны. Я надеюсь, это Наклз. Короче, кто-то мне звонит. Надеюсь, это Наклз. Давно не видели Стейлс? У меня хорошие новости про Соника. Он вернулся. Ура, все весело. Наконец какие-то новости. Он сказал мне, это было... Он пойдет в восточные зеленые холмы, если... Короче... Да, все, он будет тебя ждать в Иствуд. Это самое, давай уже. Иди спать, ленивый, ты задний. Спи свои 14 часов, и мы пойдем играть наконец-то. Просто реально, тут касцены идут сколько? Вот эти вот 5-6 минут, это была одна касцена. Ну нет, да, две. Спустя 14 часов. Как долго я проспал? 14 часов? Чего? Надеюсь, Соник остался там. Бум. Ура, спринг-ярд. Сейчас начнется самая адская срань. Музыка вот в этом акте. Напоминаю, играю я на медиуме. Сложность, если что. То есть, если я вдруг сдохну, то это будет ожидать. Я не хочу, что сейчас смените, потому что есть где-то как бы для пусть. Я не буду. Да, для пусть. Я хардкоу, может, поэтому не буду. Будете на норму. Вообще, на самом деле, это не сначала на хардкоу, но... Это я надолго. Тут даже нет чит-меню. Может, это вот так и есть. Ты не будешь чит-меню вот здесь. Это прикинь его в Spirit of Life. Почему бы не? Разработчик, добавить чит-меню. Пускай он открывает заключение на лучших бортов, или хотя бы за кого-то одного, пускай. Или добавь мод. Папу. Все, короче, что будет? Полетим. Это торнадо. Я доберусь до восточного гринфилда быстрее. До восточного гринфилда быстрее доберусь. С помощью своего самолета торнадо. Восточные зеленые холмы. Давай соберем себе 12-ю жизнь. И уже пойдем к хардковому геймплею. Мне кажется, вот на самом деле самое сложное это реально выжить за Тейлз. В лабиринте выжить гораздо проще, чем выживать. Прятки это прям вообще хардкор. Но я его прошел на удивление. Для себя самого. В концовке. Вот тот видос прошлый, я там, во-первых, забыл спросить. Гений. Во-вторых, он должен был посвящаться слову концовки за Наклз. Но, вы знаете, тут нет чит-меню, и включить сразу за Наклз я не могу. Мне пришлось переходить за Тейлз. Ну, думаю, может быть, попытаюсь как-то пройти, может, что-то получится. Прошел, блин, на лучшую концовку. Смотрите. Да, короче, какого черта, это все мы помним.
Мне ужасно убираться. Че ты? Отлично, Артём, я считаю. Ну хорошо, хочешь, окей. Перерыв на зубр в растении. Кубок и 30 мои, 30 конфеток. Какой-то странный вентилятор. Вот тут эта капканская срань. Я мне сказал. Так, все, ёпта. Как бы поговорили, как за. Кстати, я тут ни разу еще не был. Тут зеленый ежик распидорен, это самый. А, и все, это как бы просто ссылочка на челиков. Конечно, это же новое. Хорошо, я рад, Артём. Я прохожу игру. Соник, слава богу, ты остался тут. Соник. Я знал, что ты опоздаешь, но 14 часов, Соник, нам нужно найти убийцу этих животных. Да, и быстро, как это возможно, пока он того. Я не думаю, он слишком далеко. О чем ты говоришь? Он рядом с тобой, но так далеко от меня. Соник, ты пугаешь меня, это больше, чем полбавши такой. Тейлз, я убийца этих животных. И ты следующий. Ты никогда не понимаешь меня, фейкер. Бля, я не могу просто стоять и просто наслаждаться болью. А ну вернись сюда. Давай лети за мной, ленивая задница. Ну или беги, как хочешь, в принципе. Блять, оно за мной, да, это дерьмо для, за мной. Посмотрите на обоссанные от ужаса глаза Тейлза, это просто... Обоссанные от ужаса. Бонни Хилл! Звук добавим. Опять кто-то у меня шуршит про мухи. Да как ты насадился? Так, ладно, нет, я буду летать. Я сейчас потерял жизнь просто как лошара. Не, в жопу как бы. Бегать я буду летать. Ох. Все, лоханули мы экзектора. Это можно скипать. О, ура, наконец-то он не забагал, не встал там, где огонек. Где же мразь? Я не знаю, где это падло. Артём, ну убери звук, пожалуйста. Я потерял этого лиса. Ты должен был спрятаться получше. Уи. Тейлз, пожалуйста, очнись, беги, я его контролирую, убегай, говно. Ах, пришло время хардкора. Так. Три детали, я знаю, где. Ну вот надо было тебе, тварина, на него сразу так напороться. Ну вот надо было. Вот это морозотина. Опять. Вот опять начинаются мои страдания. Ладно, это всего лишь один раз. Дальше, возможно, будет получше все, конечно.
Поезд прошелся. Отмочил. Полетел. Все. Отлично. Лошок, чё, не можешь допрыгнуть? Не можешь допрыгнуть, говно? Чё, обосрался? Смотри, посмотри просто на глаза Телза, не полны... А вот эта телепортация на ваших глазах, а вот это нечестно. Соник Экзэм. Ты щитеришь. Чё тут глаза Телза, не про глаза Телза говорю. Я говорю про то, что Соник Экзэм там облажался и не мог ничего сделать мне. Я туда бегу. Я туда бегу, отлично. Все, финально это срань. Отлично, взлетаем. Сейчас главное не попасться этому говнюку на глаза. Отлично. Еще не на глаза. Просто не попасться. Летим. И посмотрим касцену. Похоже на дверь. Может быть это выход? Это электронное. Оно работает от сигнала от чего-то. Я должен пытаться открыть ее. Этот девайс, который я создал, может быть полезным. И действительно, блин, он полезный. Отлично, пришел не выбираться отсюда. Слушайте, второй попытки. Если начать мои горения в первый раз, то это как бы вообще просто лепесточки. Да падай уже, Тейлз. Лабиринт зон, наверное, должно быть написано. Ну да ладно. Ну и насрать. Тут нам дается много жизней. Но я не думаю, что нам стоит собирать эти жизни, тем более мы спидранеры. На самом деле, это я хотел бы сделать так, спидран небольшой. Но поскольку мы низкие прикасаем, то уже позже спидранить. Просто не хочу долго тут прям засиживаться, чтобы видео не получилось на час. Хотя бы часа на пол. Налегке, быстренько так проходим. Падаем. Замечательно. Забираем. Погнали. Погнали, погнали. Чуть не получил дамаг. Но как-то на 5 жизней я эти нашел. Отлично. Хорошо, пускай будет. Пускай будут еще 2 жизни. Я не против. У меня их теперь опять 11. Меня неплохо так нагнуло с помощью этой срани. Ох, как хорошо, что ты получаешь урон, получая урон, отпрыгиваешь. Сейчас главное не сдохнуть от этого говна, а то будет очень обидно. А от стреляющего я имею в виду говна. Отлично, погнали. Колечки, let's go. Ты, блин, говно. Ладно. Чё там? А, там выход, точно. Всё, сейчас быстренько зацелся сюда сваливаем. Я уверен, тут еще будет этап с Соником Экзэ. Просто из-за того, что это дымка, то как бы не успели. И даже если не будет, то все равно. Лабиринт нормально, это выглядит для тех, кто не умеет играть. Только пузырей слишком много и задыхаться слишком медленно. Если бы он задыхался быстрее, было бы получше. Давайте, все. Пришло время Наклза. Я должен найти, короче, Наклза быстрее, чем этот говнюк. Отлично.
Пришло время Наку. Сейчас быстренько... По-моему, за Наку самое долгое искать, если он рубил, серьезно. Так сложно выжить, но искать, если он рубил. Это не сложно, это просто капец долго. Кстати, Изумруд упал вниз, отлично. Спрятанные катакомбы, что? Мы в Украине? Артём, спрятанные катакомбы. Ну что, в Украине? Ты слышишь, Артём? Ну так, что можно? И что мне это дало? Правильно, ничего. Артём. Там был осколок, я это помню. Отлично. Пролетел. Идеально. Сломал все. Изумруд не соврал. Ну, бывает. А, Феникс, that's all. Конечно, that's all. Раз, два, три. И вот там выход. Все, давай, сваливаем. Абандонит баз. Без. Тёх, у тебя урок пения? Ладно, насрать. Короче, за Наклза выживать вообще не проблема полностью. Ух ты! Вот это я нормально такой баг нашел. Артём, иди сюда! Вот это да! Вот это хорошо получилось. Это я зажал кнопочку вперед и назад на время. И он так странно повис. Короче, как-то это очень странно получилось. Прохождение на хорошую консоль, на самом деле, на гораздо проще, чем я думал. Я просто когда проходил туда за я не представляю, как можно пройти это еще на хорошую консоль, еще из-за этого. Еще из-за Накус, там же наверняка много всего будет. Как самое сложное, затаился. За главное делать правильный выбор, найти все осколки и все. Я не знаю опять, что произойдет, если я выберу не то. Мне прямо очень интересно.
Но в то же время очень не хочется, потому что я уверен, что я просру, если вот так вот сделаю. Поэтому я проверять это не буду. Видос поэтому делать не буду, потому что это заново нужно перепроходить игру. Но я думаю, будет что-то тоже такое же, только что-то по-другому. Я, конечно, можно попробовать. Но я хотел бы показать вон то вам. Поэтому я не знаю. Как бы с одной стороны, я бы не против. Но с другой как-то жалко. Где сколько? Чуть не пропустил. Чуть не просрал. Все, давай. Глендай отсюда. Глайдай, глендай, не срать. Короче, вам нужно выбрать Stone of Darkness. Там. Но мне очень хочется изумруд. То есть я очень сильно хочу выбрать мастер изумруд. Ну, можно выбрать второй вариант, какой-то с мастером изумруда. Давайте я его сделаю, поскольку я снимал видос на хорошую концовку, он его очень выкладывал. То я на монтаже их как бы сделаю. Вы увидите и хороший выбор, и плохой. То есть там все. Ну, не знаю, может и две хорошие концовки. Сейчас заодно и проверю. Просто я выбрал Stone of Darkness, либо же, опять же, Мастер Изумруд, я хрен знаю, я не знаю, что я тогда выбрал. Никто это не может знать, потому что они очень странно подсвечиваются, если было черное и белое, тогда ладно. Там зеленое и синее. Давай это скипаем. О! Баги в касценах. Он упал в бездну. Замечательно. А где я? А я тут. Удивительно. Волхак. Волхак, дамы и господа. У нас есть волхак. Видите, не через стену. Да, у нас есть волхак. На записи увидишь. Нет, в смысле, я не могу через стену за него смотреть. Просто смотри на полноту. Красный Соник. А, я его, я тебя же находил, тогда ничего страшного. Все, давайте уже. Убьем эту мразь. Точнее, кстати, убьем. Очень сильно ударим. Убьет он нас. Почти. Ладно, погнали. Это я вмонтил неплохо. Очень даже неплохо. Главное много раз не зажимать. Возьми, пожалуйста. Очень тупо управляется. Нехитрость, задница твоя. Очень тупо управляется, понимаешь? Наклс, я не могу нормально управлять, если он управляется очень туго. Он прям как будто резиновый, сука, вот на картошка, блин. Невозможно за него играть. Ты просто зажимаешь экзектор в угол и как-то вот так надеешься что-то сделать. У тебя ничего не получается, понятное дело. Так что пытайся дальше. Просто можно прыгать, в принципе, я не уязвим, когда я в прыжке. Почти полностью, по-моему, даже. Юр, что это? Что это только что было? Возьми кольца, три удара. Два удара. Один удар. Ноль ударов. Все, победа.
Это скипаем, опять же. Эту мразотину ничего уже не убьет. Надо. Бум. Замечательно. Замечательно. И сейчас будет момент истины. Что придет, если мы выберем мастер из угла. Сейчас, конечно же, надо пройти вот эту мини-игру. Мини-девушку. Это будет наверняка не самая лучшая концовка, потому что тикалы кто-нибудь погибнут, возможно, скорее всего. Ну, мне как-то насрать. Хорошую концовку я уже получал, но в ней выкладывал. Я выбрал вот это. Я тебя понимаю. Этого не было. Короче, плохое я выбор сделал. У меня нет идеи, как я выжил. Возможно, Соник Экзе уже, кстати, труп рипнулся. Нормально, я здесь ни раньше ни разу не был. Возможно, Соник Экзе рипнулся, возможно, Соник Экзе меня убьет. Я выбрал другой путь. Do you know the way, мафака? Ну, не путь, в смысле, другой вариант развития событий. Цвет колонны. Внимание, цвет колонны. Внимание. Изумрудов хаоса, точнее, осколков мастера изумруда, я не вижу. В хорошей концовке они были. То бишь, сейчас я не спас всех. Сейчас меня просто выпустят. Да, меня просто выпустило. Без осколков. Сейчас эта срань опять выльется, да? Замечательно. Что изменилось? Я сомневаюсь. Я хочу спросить. Но это плохая концовка. То есть это хорошая плохая концовка. Привет, спасибо, что поиграл новую демо. А, ты спас всех, кого смог. То есть тут нет плохой концовки. Это реально удивительно. Короче, для нас есть подарок. Сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. Короче, это геймплей за Эггмана. То есть он умеет так стрелять, бегать. ВСД. А, тут много оружия у него есть. Просто когда я первый раз играл, я только одно оружие. Наверх можно. Артём, у Эггмана много оружия. Есть пистолет, есть автомат. Есть ракетница. Можно заезжать? Короче, в хорошей концовке ты собираешь еще осколки изумруда. И все, и тоже вот так вот уходишь. Это арт. Внимание. Это разрабы. Тестеры и прямо такая срань. Ну, а, короче, все. Выйди алтов 4. Вот и конец прохождения вот этого. Ставим лайки, подписываемся, ждем полной версии. Всем пока.